Всем привет-привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. Кто еще не знает, меня зовут Ольга, и сегодня я хочу вас пригласить и поделиться с вами. Ко мне пришла посылка с сайта iHerb. Да-да, посылка, наконец-то! Боже, я так давно там ничего не заказывала, и я вот сижу и думаю, почему я этого не делала, я не знаю. Вроде бы как бы что-то нужно, необходимое, и как-то я обходила это стороной, и не пойму почему, и очень-очень соскучилась, и ко мне пришли несколько позиций, которые я, ну, просто уже не смогла без них, заказала, и хочу с вами вместе поделиться. Это вот такая вот коробочка, весом около 2 килограмм, здесь несколько позиций, и косметические, и БАДы, и для готовки, кое-что я заказала, так что давайте приступим вместе, посмотрим, что же там есть. Поехали! Итак, я уже показала, что это такая вот коробка, как обычно у них, открываешь и видишь американский воздух, чтобы, наверное, ничего не разбилось или сильно не болталось, не знаю. Итак, с чего начнем? Давайте начнем мы с вами с тех БАДов, которые ко мне пришли. Первое, что мне попадается, это витамин D. Вот такой вот витамин D. Марка Dr. Best. Что я могу сказать про них? Здесь 180 капсул. И здесь идет дозировка 2000 американских единиц. У меня есть подсказка, рядом лежит планшет, и я хочу про них вам поподробнее рассказать. Может быть, кто-то еще не знаком или не знает, что нам витамин D необходим круглосуточно. Да, сегодня жарко за окном, сегодня лето, сегодня солнце, но прямые лучи идут с 12 до часу. Где вы бываете с 12 до часу? Я могу быть на работе, могу быть дома, могу быть в каком-то помещение, но никак я не стою под солнцем и не принимаю лучи витамина D. И при том, то, что дозировка от прямых лучей, вы знаете, какая. И поэтому, что мы делаем? Мы принимаем дополнительно наши витаминки. Я сейчас пропиваю, ну, я и моя семья пропивает вот от такой марки. Марки NAO витамин D мы пропиваем. Здесь тоже в дозировки 2000 единиц. Конечно же, обязательно нужно перед тем, как пропивать, нужно сдать анализ в форме 25OH. Мы сдаем анализ, мы видим, какие у нас хватает, не хватает. Вообще, есть такое понятие, что референтные значения идут от 30 до 100. Но если у вас от 50 до 100 ближе, вернее, от 50 до 80, ближе к 80, это идеально для нас, идеально просто. Но, к сожалению, можно ли найти такого человека, я не знаю. Когда я сдала свой анализ, у меня было 21. Это достаточно мало. И я начала пропивать вот эти вот витаминки по 4, то есть по 2 капсулы, это получается 4000 американских единиц. И за месяц я подняла до 40. Да, до 40. То есть за месяц. И, конечно, есть дозировка 5000 и 10000, чтобы быстрее это поднять и быстрее это сделать. Но как бы я это делала, так сказать, мягко, потому что перед этим у меня были какие-то аллергические реакции, и я внедряла это постепенно, я говорила как-то в одном из видео. И сейчас я заказала, они уже подзаканчиваются, я заказала другие, попробовать, вот как раз от Dr. Best, вот эти вот, не стала 5000 заказывать, заказала 2000. Что производитель заявляет? Помогает поддерживать здоровье иммунной системы, сердца и костей, биологически активная добавка, не содержит ГМО, не содержит глютена, не содержит сои. То есть, соответственно, в аптеке вы такое не встретите. В аптеке у нас хорошие есть, если говорить о наших аптеках, хорошие есть добавки от Солгар, от марки Солгар. Но я вас уверяю, вот буквально недавно смотрела на ценник, в 2 раза дороже, чем вы закажете, допустим, с сайта iHerb.
Витамин D3 от этой марки, значит, содержится в виде холикальциферола. И вот в этом виде содержится этот продукт. Это необходим организму продукт для регулирования уровня фосфора, кальция, чтобы обеспечивать здоровье костей, зубов и сердца. Что еще могу сказать? Что он помогает формировать кальций, фосфор и укрепляет иммунную систему и сердце. И больше вам могу сказать, что если у вас нехватка витамина D, вы пробиваете кальций, поверьте, это все в пустоту. Прежде чем пробивать кальций, вы должны наполнить свой организм витамином D, чтобы ваш кальций в правильном русле, в правильном направлении формировался, а не уходил куда-то в камни, или просто не выходил с мочой, или еще что-то, ну, я не знаю, что это еще может быть. Так что перед этим, как мы принимаем, мы сдаем анализы. Для профилактики 2000 американских единиц, то есть одну капсулу, в принципе, это неплохо. То есть, когда вы подняли свою норму для нужной цифры, которая вам нужна, и все равно вы не бросаете и больше не пьете. Нет, так не получится. Вы дальше пропиваете, но уже для профилактики в другой единице, это 2000 единиц. К сожалению, это так, и потому что мы живем в таком месте, в котором нужно обязательно и пропивать витамин D. Вот такая вот у нас идет, все закрыто, крышечка, да, то есть я сняла. И хочу вам продемонстрировать и показать, какие капсулы и что находится у нас внутри. Желатиновые, больше там никаких добавок нету, и поэтому здесь идет оливковое масло, то есть другие ингредиенты холодного отжима, гелевая капсула, бычий желатин, глицерин, очищенная вода. То есть это они такие вот, вот такие вот маленькие, очень маленькие капсулки, хорошо глотаются, могут пить и дети, и взрослые, соответственно. Ничем не пахнет, такого прям термоядерного запаха нету. Так что, просто почему я взяла Dr. Best, хочу попробовать этой марки. Это именно Now, мне понравился, здесь такие же капсулы. Мне понравилось, очень все классно, поэтому обязательно здесь 120, а здесь 180. Это первое, что я заказала. Дальше, следующее, чем хочу вам поделиться. Я вот говорю о том, что я сама на себе испробовала, на своей семье, и есть результат. То есть витамин D обязательно нужен, пропиваем. Второе, чем хочу вам поделиться, это от марки Now Kelp. Марка Dr. Best и марка Now, это достаточно две марки, которые мне очень нравятся. Да, Salgar хорошая марка, и еще марка там на из сырья делают, то есть сырые витамины, сырые какие-то, допустим, отдельные витамины, либо комплексы, не помню, как называется марка, тоже мне очень нравится, но у нее ценник достаточно выше. Что хочу сказать вам по поводу келпа. Это уже вторая баночка, здесь 200 таблеток, потому что та баночка у меня уже осталось прям пару таблеточек, и нам нужно пить. Келпы пропиваем вместе с сыном для нашей щитовидной железы. Келп – это йод. Сделано здесь из морских водорослей. В одной таблетке идет 150 миллиграмм. 200 таблеток достаточно надолго хватает, очень надолго. Обеспечивает нормальную работу щитовидной железы. Хорошо глотается детьми и взрослыми. Не содержит ГМО. Биологически активная добавка, соответственно, и не содержит ингредиентов животного происхождения. Келп – это большие широколистные морские водоросли и семейство бурых водорослей, которые растут на дне холодных океанических вод. И он, ну, как бы на протяжении веков келп был важным элементом рационов китайской, японской и корейской кухнях. Он также является прекрасным источником йода, необходимым для нормальной работы щитовидной железы. Что могу сказать по поводу этого препарата? То есть то, что я сейчас вам рассказываю, это, конечно же, не напрямую лекарство, то есть химические каких-то, ну, химические лекарства, для меня это химия уже.
То есть это, да, это биологически активная добавка, которая нам помогает восполнять то, что нам не хватает. Вот такие вот идут таблетки вот такого размера. Ну, сейчас я открою, тоже вам обязательно покажу. Вместе с вами вот так вот открывается она. И расскажу вам свое мнение, свою ситуацию, насколько мне эти таблеточки помогли, мне и моему сыну. У моего сына, мой сын подросток, я уже говорила, ему 14 лет, и мы каждый год сдаем обязательно анализ на проверку гормонов работы щитовидной железы. Вы знаете, это ТТГ, Т3, Т4, антипо, то есть на тела там, да, и вот. И у нас всегда ТТГ, он каждый год завышается. Ну, завышается до такой нормы, что пить, в принципе, гормон наш эндокринолог не видит, ну, не то, что не видит смысла, она не торопится, и она нам прописывает пить йод, вернее, из наших аптеков йодомарин. Так как йодомарин, мы первый год пропивали йодомарин, и у нас был хороший результат, но результат был в течение, он появился первый результат через 3 месяца, нам надо было пропить полгода. И только через полгода мы встали в ту норму, в которой как бы нормально для организма. Повышался он порядком до 5-6. Значит, и максимальная там цифра это 4-4,2, кажется, вот так вот. Что могу сказать? Это было вот на порядком полгода, и при том йодомарин имеет в составе много химии. И мне не очень хорошо, то есть сам йод в йодомарине там находится в малых каких-то процентах, долях там, да? И мне не очень это нравится. В этом году я приобрела вот этот вот препарат Kelp. На iHerb есть другие препараты, других марок, именно связанные с йодом. Я говорю именно об этом. Кэлп приобрела, и мой сын пропивал 2 месяца по 1,5 таблетки. Там вот такие вот таблеточки. Ну, как в таблетках, да, идет. Почему по 1,5? Потому что в одной таблетке 150, а нам надо было 200 с копейками. И поэтому одну таблетку я разрезала напополам, и он пропивал по 1,5 в течение 2 месяцев. У него поднялся сначала, перед этим мы сдали анализ, у него было 6, и мы пропивали 2 месяца. И какой я увидела результат, после 2 месяцев мы встали в норму. То есть мы не ждали полгода, как это было с йодомарином. Через 2 месяца мы встали в норму, и мы дальше пропиваем. И для того, чтобы насытить организм, накопилось это все, потому что раз в году мы всегда пропиваем, раз в год, ну, как под присмотром эндокринолога, соответственно. И мне очень понравился результат, и понравился то, что оно действует, и хорошо, как бы, снижает наш гипотиреоз. У нас диагноз гипотиреоз, поэтому вот так. Второй момент связан со мной. У меня повысился ТТГ, был гормональный скачок, мне повысил ТТГ до 10. Мне назначил эндокринолог гормон. Я тоже об этом как-то рассказывала в видео. Я принимала гормон. То есть, и она сказала, что тяжело будет снизить йодом. Сразу меня посадила на гормон. В течение 1,5 месяца я пропила гормон, сдала пересдачу анализов, и мой ТТГ снизился до минимальных значений. И она мне отменила эту терапию, отменила гормон и сказала, что тебе надо теперь пить просто йодомарин. Вместо йодомарина я пропиваю. Я ей сказала, что у меня есть препарат Kelp с Америки. Он из бурых водорослей, что мой сын пьет, есть результат. Она одобрила и сказала, что да, окей, хорошо, то есть пей. И я пью, пересдала через месяц анализы, у меня все в норме. То есть никаких больше повышений, скачков нету. И дальше я его пропиваю, поэтому у нас одна бутылочка заканчивается, вторую заказала. И вам советую, у кого есть проблемы с щитовидкой, конечно же, обязательно нужно сдать анализ, чтобы быть уверены, что вы правильно поступаете, правильно как бы делаете. Вот этот вот препарат мне очень понравился. Это второе, что я заказала.
И третье из БАДов, да, третье из БАДов я заказала вот такой вот препарат, тоже от марки Now. Вот так вот он называется, вы прочитаете. Что это такое? Это пробиотики. Это пробиотики для моего кишечника. Я заказала это для себя. Он был тем более на акции. Есть такая акция на iHerb, мгновенная скидка. Ты в течение каких-то там времени, в течение часов, там несколько, 2-3 часа, ты должен быстренько сформировать посылочку, заказать, и тогда вы получите на какой-то препарат очень классный, который они выставляют препарат, классную скидку. Значит, что здесь заявляет у нас наш НАУ? Здоровая микрофлора кишечника. Здесь без молочных продуктов. Значит, не содержит ГМО. Это пищевая добавка. Пробиотик, ферменты, поддержка пищеварения. Значит, что он говорит? Вот этот пробиотик, да, на него очень хорошие отзывы. И я беру его первый раз, я не пользовалась, но хочу попробовать. Здесь у нас эта смесь 8 различных видов полезных бактерий, разработанная для поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта и работы иммунной системы. Продукт содержит у нас фруктоолигосахариды для поддержания здорового роста организмов, именно флоры. Благодаря своему кишечно-растворимому покрытию капсула высвобождает микрофлору непосредственно в кишечнике, сохраняя ее от губительного воздействия желудочной кислоты. Вот это вот мне и нужно. Так как у меня выявили некоторые проблемы с желудком, я сейчас прошла курс лечения гастрит, некоторые там маленькие эрозии нашли, то есть как бы чтобы желудок пришел в норму, я хочу все-таки кишечник подлечить. Для чего это нужно делать? Пока я рассказываю, я открываю, да? Для того, чтобы вы понимаете, что в кишечнике 80-90% это иммунная система. Если наш кишечник здоров, мы здоровы. Это, соответственно, наша кожа, это, соответственно, наш кишечный тракт, ЖКТ. И, естественно, мы всем этим страдаем. То ли мы едим что-то не то, то ли еще, ну, как бы, клетчатки может быть мало, и мало пьем воды, опять же. Поэтому нужно пропивать эти пробиотики, пребиотики, пробиотики, и чтобы был у нас результат, чтобы помогать кишечнику, такие вот капсулы, в принципе, небольшие, чтобы помогать кишечнику приводить его в норму, так сказать. А лучше всего это, конечно, пропивать курсом, 3 месяца пропиваете, 2 раза в год лучше пропивать. То есть 3 месяца пропиваете, 3 месяца отдых, 3 месяца пропиваете, 3 месяца отдых. Это лучше всего вот так вот делать. Здесь 120 капсул. Здесь рекомендовано принимать по одной капсуле от 1 до 3 раз в день. То есть это все зависит на голодный желудок или между приемами пищи. Это все зависит от того, что насколько вам нужно. Тоже, конечно, лучше консультироваться с врачом, насколько вам нужно, как бы это, какая нужна вам дозировка. Поскольку я буду принимать, я сейчас как пока надо посмотреть. И что еще хотела сказать, что здесь хорошие были отзывы на этот препарат, почему я именно этот препарат заказала, и имеется тот результат, который нужен. То есть, действительно, есть такое понимание, что, конечно же, вот эти вот пробиотики, они не совсем у нас приживаются. То есть все равно они как пришли, какое-то время поработали и ушли. И нужно создавать свою флору в кишечнике за счет питания, да, за счет клетчатки, за счет зелени, за счет правильного питания. Поэтому за счет правильного приема, допустим, той же самой пищи и рациона питания, воды, сколько воды вы употребляете. В принципе, у меня таких проблем глобальных с кишечником вообще нету, но я хочу улучшить свою иммунную систему, улучшить иммунитет, и чтобы было как бы все хорошо, тем более
за лето, чтобы потом вступить в холодное время, так сказать, уже с сильной иммунной системы. Поэтому вот такой вот пробиотик я заказала в этот раз. Но это все БАДы, которые я заказывала. Сейчас я хочу показать вам именно для моей кухни, что же я заказала. Первое, что хочу вам показать, это Garden of Life кокосовое масло. Это цельное кокосовое масло первого отжима. Здесь 414 миллилитров самого кокосового масла. Что здесь заявляет производитель? Да? То есть подтверждено отсутствие ГМО, не содержит бисфенола А. Здесь идет молочный продукт для веганов, без глютена и так далее, так далее, так далее. Кокосовое масло достаточно хорошее. И очень хорошие отзывы, аж прям 4,7 баллов, очень хорошие. До этого я брала другой марки, в этот раз я взяла именно вот этой марки. Пришло все застывшее, не расплывшее, не потекшее, ничего такого более подобного. Срок годности до 2021 года. Я держу в холодильнике, иногда как бы ковыряю, иногда выставляю на стол. Оно немножко подтаивает, я накладываю. Я вам говорила, что подсолнечное масло в моем доме отсутствует напрочь. И поэтому, как бы, я именно, и либо у меня кокосовое масло, либо у меня оливковое, да, для салатов. И поэтому, как бы, оно обязательно есть. Ну, вот оно такое вот здесь запечатано. Я не буду открывать, потому что у меня сейчас пользуюсь другим кокосовым маслом. Российской нашей маркой, поэтому, в принципе, присмотритесь. Я пробую, но пока я ни в чем не разочарована. Мне очень нравится то кокосовое масло, которое я покупаю именно с сайта. И еще что я хотела вам показать именно для кухни. Вот так вот запаковано. Уже просвечивает, да? Да, это мои любимые приправы. Я заказываю только этой марки. Это Simple Organic. У нас идет здесь куркума. Я много начиталась по поводу куркумы. Хочу попробовать. Также есть БАД куркумин. Обязательно противовоспалительный. Да? И именно когда я купила здесь в Пусвилле в пакетиках куркуму, я попробовала в блюдо. И рыбу делала, и мясо. И даже когда там омлет делала, боже, это просто шедеврально, просто бомбически. Но для меня это очень вкусно. Здесь 67 грамм, и я поэтому заказала побольше. Ну, там запаковано, запечатано, как всегда. Они, как всегда, на своем уровне. Поэтому обязательно присмотритесь, буду тоже пользоваться на кухне, обязательно этой куркумой. Я сейчас вообще немножко у меня гамалайская соль, когда я там подсаливаю. Солю очень-очень мало, очень редко. Обязательно вот этот вот у меня идет приправа, куркума. Немножко могу положить чесночка, опять же, от этой марки. И как бы стараюсь сейчас по минимуму специй из-за желудка, из-за кишечника. Вообще, как бы, это не очень хорошо воздействие для организма. Ну, как, короче, для меня, по крайней мере, я убираю это все. И последнее, что я хотела вам показать, это мои косметические моменты, мои косметические покупки, которые просто мне необходимы. Просто я ждала эту парочку. Ой, вот это вот. Очень-очень ждала их. Изменили коробку. Смотрите, такая другая коробочка. Оформление другое. Да, такое оно красивенькое. У меня заканчивались мои БАДы. Уже ушли в пустые баночки. Уже скапливаются пустые баночки. Так что не пропустите момент, когда выйдет видео с пустыми баночками за июнь месяц. Вот такая вот коробочка у нас красивая. Просто очень классно все оформлено, сделано. Это лопаточка от предыдущих патчей. В чем минус в этих патчах? Нету лопатки. Производитель, в чем дело? Надо исправить этот момент. Не буду открывать.
они запакованы. Это у нас идут, не сказала, что какие патчи, да? Но вы уже догадались, вы уже увидели, что это патчи с экстрактом птичьих гнезд. Оп. Это патчи вокруг глаз, вот они немножко даже потекли, чувствую, что там они сполна. Это вообще бестселлер просто на iHerb, он всегда раскуплен, его надо поймать, хватать и быстренько заказывать. И к ним я хочу попробовать первый раз, никогда не пробовала, вот эти вот масочки. Здесь аж 10 штук, 10 масочек. Они просто пользуются таким спросом, они пользуются таким... Вот они, 10 штучек. Это у нас идут тканевые маски. Они пользуются таким спросом, они пользуются таким отзывом, что все довольны. И я, конечно, на них ставлю очень большую ставку, поэтому надеюсь, что они меня не подведут. Эти масочки тканевые будем обязательно вместе с вами делать, пробовать, наблюдать, практиковать. И обязательно расскажу вам, какой результат, мое мнение, стоит, не стоит. Они были все по акции, была там корейская акция, и что патчи, что тканевые я купила по акции, поэтому даже они до сих пор есть акция. Кстати, бегите на iHerb, кому нужно, патчи и масочки в парочке, они будут действовать очень замечательно, хорошо увлажняют, хорошо питают. И даже хорошо подтягивают, конечно, на место лицо не встанет, морщины все не уйдут, это уже как бы не волшебство, но многие довольны, и блогеры, и люди, которые берут, покупают, обязательно присмотритесь, потому что довольно получается экономичная покупка, здесь получается 10... Смотрите, сейчас вот смотрю, стоит 1104, минус 10% скидка, то, что я вам говорила. И здесь 10 масочек. Вы представляете, это одна масочка по 100 рублей. Это очень выгодно. И при том, заявлено качество, заявлено, что натуральное, поэтому как бы нужно обязательно брать и пользоваться. Но это все, что я вам хотела рассказать и показать мои посылочки. Рада была вас видеть. Оставляйте свои комментарии, пожелания. И берегите друг друга, заботьтесь друг о друге. И всем всего хорошего, всем большого, сильного здоровья, любви и счастья. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!